ФБР создало приложение для поиска людей. Оно содержит описание и фотографии пропавших без вести или подозреваемых в преступлениях, или тех, кого не могут идентифицировать. С его помощью в поисковой спецоперации теперь может участвовать любой гражданин США. Приложение дублирует веб-сайт ФБР, в нем есть дополнительная информация и фотографии разыскиваемых. Также можно позвонить в ФБР и поделиться известной информацией устно. Приложение бесплатное и работает на Apple и Android устройствах, включая смартфоны и плееры.